Хотели бы снять коротенький обзорчик прибора SVDI J2534. Это от Fly прибор. Прибор позиционируется как Ford Mazda. На нем даже написано Ford Mazda. Но он поддерживает протокол J2534. И мы бы хотели вот его проверить вместе с Range Rover и дилерским софтом SDD. Его подключим сейчас к машине и посмотрим, будет ли он видеть блоки. Если будет видеть, то все ли блоки. Прибор подключен. Так, ну, SDD его увидит, приборчик этот. Пишет стик, SVCI подключено. Пробуем делать автоматическое считывание VIN-номера. Так, VIN-номер он тоже читает. Теперь проверим, все ли блоки, все ли шины он будет видеть. Так, ну, шины он, похоже, видит все. Посмотрим, вот нижнюю только осталось посмотреть. Да, все, видит все шины, опрашивает достаточно быстро блоки все. На приборной панели у автомобиля никаких ошибок не появляется, как это было с мангусами старыми. Вполне себе очень хорошо работает. Можно рекомендовать данный прибор. Дополнительно он работает еще и Ford Mazda, Land Rover, Jaguar. Получается отличный приборчик.